Давай сейчас. Пойдем. Прям уже получалось. Так, друзья, находимся на Мальте. И вот здесь у нас гуляние проходит ночью в нашем райончике. Живой очень район у нас. Любят тут повеселиться. Да, эти не открылись. Мы уже думали, сегодня не успели, да, завтра. Музыка уже есть, мы что-то взяли. Ага, музыку уже поставили. Все, уже привлекает. Да, завтра 100% откроется. Да, да, да. Этот кебаб, мы думали, что он вчера откроется. Точнее, думали, что уже сегодня откроется, вчера. Вот, но оказалось, что, видать, еще не все доделали. Китайцы в этом плане быстрее, кстати, работают. Да, ночью, целую ночь. Китайцы, да, и ночью и вообще не покладают рук. У них сегодня нет магазина, завтра смотришь. Сегодня они там стоят просто. Завтра смотришь, уже магазин стоит. Игрушки продают. Так, народ потихоньку здесь готовится. Еще, как говорится, не вечер, но вечером будет вечер. Пока только разогревочка такая идет. Не понравился он им. Фейс-контроль не прошел. Пойдем. Okay.
нам дали. Какие-то закидушки дают, приглашения. Не знаю, что, но что ты предлагаешь. Текилы разные, напитки предлагаю, еще что-то предлагаю. Еще какие-то вещички дают, в общем. Да, в общем, вот так проходишь по и много макулатуры набираешь. Так, нам вот так вот получается тогда надо. А? С той стороны, если нет. Если мы вон оттуда пойдем. Должно же получиться. Да, здесь уже поспокойнее. Такой вот райончик. О, кого-то везут. Да. Какого-то босса везут, местного мальтийского босса. Вот так скромненько, конечно, если сравнивать. Но все равно нормально, охрана есть, мигалки есть. Для мест, для этой местности нормально. Так, где-то здесь нам налево надо. Сейчас посмотрим, сможем мы здесь пройти или нет. Там дальше, да, следующий? Как? Да, они все похожи. Они все одинаковые. Ты имеешь в виду вот это? Это которую мы проходили, но это не та, где мы были. Да. Это другая. Похоже на ту, которую где мы были. Да, но они один, да, похожи все. У них одна тема. В общем, друзья, чуть-чуть мы... Дело в том, что прошли улицу, и сейчас хотим ее с другой стороны обойти. Но что-то это не получается, придется обратно возвращаться, скорее всего. Хотя, может быть, сейчас здесь по кругу пройдем. Вот так вот здесь молодежь, весь вся вот эта Мальта, особенно вот этот наш городочек, район наш, везде собирается эта молодежь. Она со всего мира приезжает здесь учиться, сюда, на Мальту, учить, причем изучать английский язык, который они, впрочем, неплохо знают, но это такая у них отмазка, что они едут учить английский язык. Вот. Такие вот движения тут. Поэтому все говорят на английском здесь. Да, если здесь зайдем, то да, если нет,